Руководство области обсудило возможности образовательного сотрудничества с университетом штата Аризона, США. На встрече с американской делегацией приняли участие глава региона Марат Ахмеджанов, руководители заинтересованных управлений и представители Кукшетауского университета имени Шокана Валиханова. В приоритете совместная работа и исследования, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и производства продуктов питания в Казахстане. Визит делегации Аризонского университета открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Два месяца назад, в апреле, когда переговоры о совместной работе только начались, глава региона подчеркнул, что Акмолинская область заинтересована в развитии отношений с успешными исследователями сельского хозяйства. Залог конкурентоспособности в этой сфере – научно обоснованное внедрение новых технологий. Хозяин сутпай, ека этнишнде, осы бүгінгі отырыс, оның жалғасы, жақсы жалғасы. По поручению президента в 15 региональных вузах Казахстана создаются центры академического превосходства. На встрече подчеркнули, что один из способов поддержки научных исследований – треугольник из двух учебных заведений и руководства области. Как отметили представители Кокшетауского университета, студенты агропромышленных специальностей большую часть своего обучения проводят не за партой, а на практике. Профессоров университета штата Аризона ознакомились с текущими сельскохозяйственными исследованиями Акмолинской области. В области сельского хозяйства проводятся исследования по насущным для нашего региона с проблемным вопросом. В частности, проводится разработка приемов создания и улучшения сенокосов и пастбищ и их рационального использования. Исследования по укреплению кормовой базы молочного скотоводства применяются элементы точного земледелия для оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур. Проводятся экологические испытания сортов сельскохозяйственных культур и испытания средств защиты растений. Университет штата Аризона готов предоставить научную экспертизу по управлению водными ресурсами, улучшению урожайности и экологии. Акмолинская сторона заинтересована в этом сотрудничестве. В частности, молодые ученые региона получили гранты на исследования по борьбе с паводками. Продолжился визит делегации посещением сельскохозяйственных предприятий области. Эльмира Оспанова, Жүрсіну Мирзак, Ардак Леугабулов, Кокшияк, Парад.